содержание. Отлично. Почему так выжать? Ну, надо стопать ваш пояснил прямо. Я вас разумею. Ну, ну, может, и нарезать, если бы Саша хочет. Не, вы не будете, нарезать не будет, ни в коем случае. Вот даже сейчас заполняете, даже ничего не спрашивает человека и не рассказывает, что вы вообще пишете. То есть там ему никакие данные не нужны, да? Напевно, спочатку для заповнення, правильно, матеріалів, коли ми йдемо до пунктів, які будуть потребувати спілкування з особою. Угу. За півтори години ви навіть протокол затримання не у нас зараз скільки? Півдругого, да? Затриманий був 23.46. Ой, ну що там? Оформлено. Хазяїна двора, бутилка по лицю зараз. Забирайся в Харків пекло. Потім допишеш. А хто? Хазяїн двора, Віталій. Ну, а хто? Да. А хто? Ну, поки не звісно. А де він сидить зараз? Ну, вот, це прямо трусеться, йому кровь вибирає. А чую ты, а скільки це відсутствовало? Я подозреваю, що зараз є. Сейчас, секунду. Что было? Это все фигня. 130-е без документов. Достаю свой телефон. Мой двое 130-е. Муж и жена. Что, побили? Разбейте телефон. Класс. Придется получилась командировка в ноль, даже в минус. А ну еще раз скажу. Я шо? Так а где шо, непонятно, да? Ну только включил трансляцию. Мы зашивать тебе товарищ трансляцию. Виталик тебе привет. Покажите ему, что его ждет. Не надо. Вот я показываю, как Коля вчера, это инспектор. Коля вчера с ним общался. Не заважайте туда. Я помогаю. У вас розгляд справи? У вас розгляд справи? Не заважайте. У тебе розгляд справи? Не працюйте, будь ласка. Ні. Я відхиляю ваше прохання. Офіційно. Ви не є посудовим. Ну, от. А ти не до навчено. Можеш скласти на мене 173, я навіть тобі дам документи. Я тебе з радістю сюди потаскав раз 10 в суд. Я б його не таскав у твоєму місці. Ой, маля, маля. Для тебе є спеціальний обучений інструмент. У адвокату. Фабрилітатор? Наверное. А що там цього? Какая статья? Що, може, я сама спрашивала заповнення? Это за полтора часа он усумел... 173? Нет, это за полтора часа он сумел этот составить протокол затримання. На кого? На кого? Не встановлено. Ну, якщо особа захоче отримати копію, я думаю, что особа хоче протокол сам сделать. Включаю это, напишите, зеленым салфетом. Напишите, будете сейчас, напишите, конечно, ты шо. Нет, это не зря, конечно, с айфоном 7S такое сделал. Приходите, будь ласка. Диви, ну ти, ну у тебе язик є, ну так скажи. Так а чого ти сразу? Чому ви йдете? Я не розумію, чого ти зразу? Чого ти зразу рукою, а потім говориш? Заставте вас карту. Це є документи з угорою звітності, правильно? Так скажи. Ти можеш сказати? Тричі було повторено. Кому? Мені? Всім вам, правильно? Так при чому тут всім? Так а чого рукою тикати? Я не можу зрозуміти. Це є документи з угорою звітності, привежи, я за них відповідаю. Ну і що? То що я з нею роблю? Ну я ж не знаю, що від вас. Так а чого ти рукою тикаєш? Я не можу зрозуміти цього. Держи їх при собі, прив'яжи, візьми, приклей. Не заважай. Не заважай. Да хочу заважаю, ну так що? Ні. З ким співпрацювати? З тобою? Ну я не хочу співпрацювати з тобою. У вас, по-моєму, орієнтація друга. Піндець, блядь. А ми знаємо, як у вас телефон розбутілося. Я ж тебе говорю, видиш, він цю інструкцію ищет в інтернеті, вдруг случайно не йде. Радаков, Радаков, щоб був чинний. Вона так, вона спокійна. Що там 130-та як? Єсть? Єсть. Єсть. Отработали ваших колег, нормально все. Отработали? Ні, не колег, хто Хмельницький стояв. Ні, там ваша ж оперативна група була. Ну там наші теж заяву приймають. Яценко. Бо він заяву приймає? Да, приймає. Він психолог сам по спеціальності. Да? Да, ну там муж ее вообще... Это было все посоветовать. Азелину. Ну вы что, обратитесь к коллеге. Я что за психолог? Я психолог. Психолог. Это психолог? Это псих. Психолог. Не против, если я там так подальше? А вы если что, смотрите, я из брови дома. Он окно, чтобы не продуло. Нет, это уже закрыли. Да, через дым снова открывать. Это кто? Это собственность. Это не мы, специально к окну не подходил. Да.
Вот так. Приехал тут с Мединского. А, нет, это были хронистки. Это новый телефон. Ивано-Франковск. Ты сколько там? Месяцев было. Давайте минуту молчания. До должности инспектора. Нет, блядь, тебе надо было сделать, как я. А, секундочку. Что будем дальше делать, алло? Журналы ждем, что он тебе сказал. Ты какой же, зачем тебе журнал? По ему надо. А вы не могли еще подготовить за полтора часа? Хаслер или какой журнал? Еще подготовить за полтора часа? Хаслер или что? Только уже онлайн? Нету. Вы забирали. Там журналоносец убежал куда-то за ним, если вы продали. Ну там за журналом коллега, коллеги убежал. Говорила мама, не лазь по колодцам. Показывай. Азерина показывает. Журнал носит? Так, перекличка. Майстренко есть. По очереди давайте. Так, хватит там уже шипеть будет. Да. Выруби. Коля, наверное, не все отреагирует, да, у тебя? Не весь тачскрин. Что, за сегодня уже настрелялись только? Да нет, это ж... Чего это, вы уже Wi-Fi не включаете, бо он, наверное, тоже на 24 работает. О, уже я вижу просадку, пошла ППС. Такие слова не говорят, зависит. Не хватает оперативки. А знаешь, что самое интересное? Мы тут неделю дежурим в стацию у меня в регионе. Ну-ну. А завтра я не потерял. Коля, руки. Да нет. И... Да мы уже повесили. Мы уже сошло. Есть еще? Хмельницкий, да, кстати. Да мы же с ними уже общались. Мы же поддержали. Не, ну вы только что, мы же перед этим еще. Говорили, да? Да. Нормально без этого? Ну, ты видишь, когда нормально, то знаешь, мне кажется, два человека стоят, думают, хорошо, что не я попал, это ага. Придурок. Не, они даже не пытались, вообще не. Коля. А, кстати. Давай инспектор остается, думаю, хорошо, что не мы попали, это придурок. Кто будет познакомиться, они будут терпение дежурить неделю. А останавливаюсь их бусики. Все желающие могут с ним познакомиться. С этим одаренным копом. Думаю, говорите, я уже сегодня наработал. Да. У нас, кстати, есть видео, как вы фотографируете задние номера бусиков. Инспектор Эдуард. Чик, Эдуард? Эдик. Вы просто документы не пишете? Ничего не скажете, зачем вы это делали? Нет? Фамилию кто-то знает вообще? А надо смотреть на видео. Да есть. Эдику в моем регионе еще неделю тусоваться. Какие не хочу отработать от него. Опять ты спать не будешь неделю. Да нет, я пиши. Так что писать? Я не хочу просто вашего коллегу отвлекать от того. Пацаны уже повесили жучок. О, я выхожу. Завтра ставится. Не, ну не будет. Я вас не представляю фамилию. Отдаренного, что... Инспектор, чтобы мы не затрудняли вас с фамилией, расскажите, пожалуйста. Инспектор роты. Вот спасибо. Видите, он сказал. Он имеет право, кто на него ставит. Инспектор роты. 1-3-1, что батальон. Это у Сиреник, да? Батальон полиции Калистаев, лейтенант. Ну да, так они все. Калистаев Эдуард Анатольевич. Вот так. Ты на камеру. Калитаев. Калитаев. Ну скажи это в прямом эфире, что у нас теперь новый герой. Калитаев Эдик, звезда Ютуба, Ивано-Франківська. Ты что-то неправильно сделал, Калтаев. Калитаев. Может так? Ай, ну все, теперь інше життя почнеться. Фотосессия с Дзидзю, блядь. Але не зазнавайся. Вот это дошелся, чувак, приключений жопа. Как вам у нас на Київщині? І це тільки початок. Приїжджайте ще. Ти розумієш, ми треба, щоб до утра до якось цикіль-цикіль. Добуть. Добуть, так. Нам то вже все, ну якби. Та що? Що ж то? Його завтра сюди визову. Ми свободні, як ті.
Ты же свободен, кстати, уже? Попатрулируем ему вместе. Стояли в этом самом. Возле ТБ грилы с знакомыми трогали. А ты на его машине? Вот я попробую. Ну, ты мне сразу ключи отдал. Два, ты курсы, что 73-я только один раз пишется. За сутки. Еще не суток, да? Я попереджаю. 73-я пишется один раз. Так что, 185-й на тебя не выдумаешь, или что? Здесь она прокурор? Ну, а что ты попробуй? Ну, попробуй применим. Спорим? Легко, да? Этик может. Он умудрялся на дежурного орать. Эдик может, все, что... О, слушай, у нас будет новый ролик. Эдик может? Или не болеет? Ну ладно. Эдик смог. Вот вам домашнее задание по курсу. Ну что, расплачивайте серьезно. Ну что, чтоб чашу. Эдик может. Коля, я вас ознаю. Он просто что-то вносит, я не понимаю, что. Да хай пишем. Затримание. Особо не встановлено. Иди, будь ласка. Там ні, іди, іди. Коли каже, зразу відходить. Тому що він потім б'є. Так, серйозний пацан. Тому що він прямо в ефір. Якщо він мені навіть кулаком в сосок ударить, то йому кулаку больно буде. Просто тролі, так, зібралися? Приїжджайте ще. Приїжджайте завтра. Ну, вечором. На кофейню. Ну, от. На кофейню. А я буду знати, де вони вже стоять в тому часі. Вони там вже, вони ж працюють на одному місці. А нет, так у меня что-то, понимаешь, хорошо, когда... Не надо. Не надо. Когда датчик GPS находится уже в приводе. Где вас по-франковски искать, скажите? Так, а, кстати, есть фамилия? Пробей его адрес проживания быстренько. На сайте, там одно место. Ну, конечно, я куча. У нас как собака в отделении живет. Так, вы відмовились назвать свои прозвища на побачку. Можно еще раз, я не почую. Шо? У вас буде ознайомлено протоколом про дні затримання. Так як ви відмовились називати своє прізвище, ім'я, по батькові, ми особу встановити не змогли. Відповідно, заважайте. Відповідно, ваші дані, протокол про затримання внести ми не змогли. А хто ж буде розписуватися за дні? Інкогніто-інкогнівіч. Можна ознайомитися? Так, звісно, з фабулості. На вас складено протокол про затримання по статті 173 про те, що ви 17.02.17 в місті Арпінь по вулиці Кулішова 30 не виконували законні вимоги працівника поліції. Це з того, що не цензурно виражали собі працівника поліції, чим порушували громадський порядок. Тому ви були затримані. У ваших діях я вбачав небезпеку для себе, для своїх колег. В зв'язку з чим були до вас застосовані засіб кайданки. Бойовус. Це ваша думка. А, інспектор, ви настільки не образовані, ви знаєте, що там Гастоміль, а не Ірпень. Петя, ну хто тебе просить? Ну ти можеш помовчати. Коли б тебе колошматить, будеш підсказувати. Подожди полчаса, коротше. Зараз мене колошматять, хай буде те саме. Згідно протоколу ви були. Чим фамілію свою не назвали? Внесені дані, в чому були одягнені. Одягнені ви були червону-білу куртку. Темні штани, темні ботинки. А що, воруєте чи що? Прошу? Воруєте? Дай конфет, просить. Телефон запишіть сюди теж, щоб був пошкоджений телефон мобільний. Розбитий екран. Це ваше твердження. Да. Ніхера себе. Там є поле, людина має право написати. Які усі до вас претензії. Там є пояснення, так? Звісно, маєте бажання дати пояснення? Звісно, давай. Звісно, про отримання також маєте бажання розписатися, так? Звісно, обов'язково я. Прошу. Дайте я знайомлюся. Прошу. Дайте я знайомлюся. Читай, голос, фамилию, имя. Протокол АА номер 04-443-47 про адміністративне затримання за частиною статті 173 17.2.17 міста Ірпінь. Я інспектор роти. Що за колючки? Це мій почерк. Едік може. Інспектор 3-1 батальйону ІПП Івано-Франківську. Ну я ж прочитав.